Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Начинаю очередную стройку. Буду делать модель от фирмы ICM, немецкий грузовик Второй мировой войны, Mercedes L3000S. Модель в 35-м масштабе, очень для меня интересная. Люблю технику Второй мировой войны. Поэтому решил его быстренько собрать. Модель должна быть несложной. На трех литниках песочного пластика. Один литник прозрачный пластик. И резиновые покрышки. Обзор у меня есть на канале. Поэтому, кому интересно посмотреть более детально, заходите, ищите видео. Оно будет в описании под этим видео. Переходите и смотрите. А я сейчас быстренько посрезаю нужные мне детали и приступлю к сборке. Сборку обычно начинаю с рамы автомобиля.
Собрал раму, поставил ее на колеса. Сразу хочу заметить, модель в сборке очень понравилась. Можно даже сказать, модель выходного дня. Собирается без проблем, деталей не очень много. Пластик очень хорошо обрабатывается, зачищается. И такую модель можно со смелостью порекомендовать начинающим моделистам. Соберете вы ее без проблем, получите удовольствие и, надеюсь, моделист вас зацепит. На этом, друзья, эту серию буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале. Кто не подписался, подписывайтесь. До новых встреч!